Раз, два, три. Это Шопоголики на даче. И мы меняем дислокацию, никак не можем найти место, которое нам понравилось. Итак, раз, два, три, коробка к нам прилетит. А как би. Же будет Амельку видно? Би. На бочок коробку можно. Вот так хорошо всех видно. Слушайте, мы воодушевились быстрой доставкой Бершки и решили еще раз заказать Бершку. Коробку решили заказать. И еще раз пришло быстро. Это вообще просто какой-то нонсенс. В общем, Бершку ты заказываешь в четверг, в пятницу Бершку у тебя уже дома. Хотя изначально писали, что привезут там 6-го, что ли, числа. Ну, очень большой да. был срок. Две недели давали срока. А привозят на следующий день. Да. Это просто какое-то волшебство. Но тут уже и Максим решил позариться на кое-что и заказал себе кое-что. Но сначала, пользуясь правом, так сказать, выбором, мы достанем то, что Максим достал себе. Нет, то, что я себе заказала, и то, что мне очень интересно. Та-да-дам-та-дам. Коробка, кстати, зачетная вообще. Так, можешь слушайте. Положить на такие так, что спортивные сандали, говорят, должны быть у всех в этом сезоне. Белые, как всегда. Как всегда, мне все нравится белое. Вот сейчас буду танцевать на столе. Сейчас буду танцевать на столе. 36 размер, Бершка. Вау. Ну, смотрите, вот моя обувь, которую я проходила. Сейчас померю. Всю удачу, как говорится. В общем, вот обувь, в которую я проходила все лето, точнее. Да, еще лето не кончилось. Да, весь месяц. Так, как мне их не запачкать? Я не думала, что они такие белые-белые. Вау! Впору. Не, ну как, размер-то мой. Как выглядит на ноге, Максим? Скажешь, говнодавы? Почему говнодавы? Как, тебе нравится? Сейчас ты же сейчас бочком повернешься. Амиль, тебе нравится? Да! А зачем маме такие беленькие туфельки, как ты думаешь? Чтобы удобно было встать на носочки. Я такая высокая в них. Да, вот это я и боюсь, кстати. Так, хочется уже побежать быстрее. Мы как это, помните, на рынках раньше на картоночку вставали? Так же и здесь. На газеточку, да. На газеточку. Просто тут очень белая подошва, и я же переживаю. Вдруг ты сдавать будешь, или уже не будешь? Вдруг я буду их сдавать. Но я не знаю, если я еще в зеркало не видела. Вообще они очень удобные. Как выглядит? Зачетно. Серьезно? Упадешь? Так, не давит пальчики? Нет, вообще удобно. Ну, падать высоко, конечно, но ладно. Вот так все. Выглядит. Повернись вокруг себя. Стоит, в общем, 2000. 2500 в распродаже. Размер у меня 36, заказала я размер в размер. Что еще про них сказать? А. Если ты новый клиент Бершки, тебе дают скидку 20% даже на распродажу. Это такой лайфхак. Но нужно немножко подождать, зарегистрироваться и подождать, пока пройдет скидка. Да, кстати, мы сначала что сделали? Сначала зарегистрировались. Сначала я заказала себе. Нет, давай последовательность действий, как поступать. Берешь, зарегистрируешься на Бершке, добавляешь товары в корзину, да? И уходишь из Бершки, не покупаешь. То есть до оплаты доходишь, потом, но не оплачиваешь. Потом ждешь сутки, да. И через сутки, примерно там в 4 часа, приходит тебе на почту, которую ты зарегистрировал. Промокод. Промокод, как к новому покупателю, 20% скидки. И мы там вообще набрали. В общем, мы набрали корзину на 6 тысяч с учетом распродажи. А 1200 скидки у нас было. Да, обошлось нам все это в 4 тысячи чем-то. Ну что, какой твой вердикт? Оставляем или возвращаем? У Бершки, кстати, бесплатные возвраты. Можно вернуть в магазин или нужно в пункт выдачи, ну там в постаматы сдать в коробочку. Как выглядит, Максим? Скажи, что. Великолепно. Тебе нравится? Да. Не зря заказала? Не зря. Какие удобные вообще. Только высоко. Высокая теперь, мама. Ну, я так и хочу быть высокой. В общем, девчонки, пишите, как вам такая обувь. Я очень как-то сначала скептически относился, хотела просто шлепки купить. А вот сейчас мы на даче, и просто шлепки, они как бы, как это сказать-то, вколдобины будут. В колдобинах, в общем, неудобно ходить в этих просто шлепках. И я решила себе такие, чтобы уже пошел так пошел, и чтобы ничего никак не, как говорится, не. Так, быстрее хочется посмотреть в зеркало. Точно. Элисон чихнула. Ладно, все, иди. Слушай, скажи, пожалуйста,
Белая обувь это страшно или нет? Ой, у меня почти вся летняя обувь белая. У меня белые туфли, белые палетки, ну, кроссовки, соответственно, белые. Единственное, что я недавно узнала, я всю зиму проносила кроссовки белые, да, и у меня пожелтела подошва. Я не понимала, почему, и прям хотела ее отбелить. А оказывается, она от реагентов желтеет, и невозможно ничего с ней делать. Вот этого я не знала. То есть, если ты ходишь в белых кроссовках с белой подошвой, то она у тебя зимой будет желтая. Вот. Ну что, подписывайтесь на нас, ставьте лайк. Это Шопоголики на даче. А я пошел открывать свою коробку.